Скажи мне, друг мой, мечтал ли ты жить в эпохе античности и стать великим полководцем древности, который поведет за собой многотысячные армии в стан врага? Мечтал ли ты стать новым Цезарем и повести за собой свои легионы во славу Рима? Или же примерить на себя роль Александра Македонского и раздавить всех своими мощными фалангами? А может, ты и вовсе угораешь по варварам, грабежам и любишь кровавые замесы? Так или иначе, если все, что ты услышал, тебе близко, однако тебе не посчастливилось жить в мире античности, но ты всю свою жизнь мечтал стать великим полководцем, то новая игра от Wargaming, Total War Arena, с лихвой воплотит твои мечты. А предложить Arena сможет очень многое. В первую очередь, Total War Arena — это масштабная, эпичная и бесплатная сессионная онлайн-стратегия. В арене одновременно могут сойтись тысячи юнитов на поле боя. В Total War Arena, помимо вас, суммарно играют по 10 человек в команде с каждой стороны. При этом у каждого под управлением оказывается по 3 отряда. Состав и кастомизацию вверенных вам войск можно делать как угодно, но для максимальной эффективности и гарантированной победы в любом раунде обязательно нужно придерживаться командной игры. Обособленным одиночкой здесь каши не сваришь, поэтому бери с собой побольше друзей, разрабатывай с друзьями тактику, стратегию боя для каждого раунда, и тогда успех и победы не заставят себя долго ждать. В Total War Arena очень удобная и одновременно гибкая система прокачки войск. По древу развития вы сможете быстро сориентироваться, какую амуницию можно открыть и проапгрейдить в данный момент, а также какие новые войска вам могут быть доступны. Еще одним несомненным плюсом игры стоит по праву считать понятный и удобный интерфейс, который еще и тонко настраивается. В настройках вы можете настроить практически весь интерфейс игры под себя, самостоятельно выбрав, какую информацию вы хотите видеть, а какую нет. Ну и, пожалуй, одной из главных особенностей Total War Arena является ее разнообразие как в количестве доступных отрядов, так и в полководцах. Вы можете возглавить одну из трех сторон на выбор, представленных в игре. Это могут быть римляне, греки, либо варвары. Суммарно здесь более 140 типов отрядов, которые представлены с максимально возможной реалистичностью и историчностью, согласно духу той эпохи. Пехота, лучники, застрельщики, осадная инженерия, конница и конные стрелки. В арене доступен каждый из когда-то существовавших в древности типов войск. Да-да, здесь вы можете вживую увидеть римские черепахи и греческие фаланги, все как было описано в учебниках истории. При этом возглавить такие разнообразные войска смогут 10 легендарных полководцев на выбор. У каждой из сторон есть свои уникальные полководцы со своей индивидуальной прокачкой и специализацией в бою. Кто-то из них специалист по ближнему бою, кто-то больше специализируется на осадных орудиях, дальнему бою и так далее. В общем, выбор полководца и подбор войск под него может полностью поменять стиль и геймплей игры. Поэтому прокачка и подбор войск является одной из главных задач в арене. В общем и целом, Total War Arena — это качественная и зрелищная современная стратегия, которая даст все возможности раскрыться твоему внутреннему полководцу. Total War Arena — это одновременно умная, тактическая, брутальная и крутая, словно 300 спартанцев игра, которая подарит тебе десятки, сотни, а может и тысячи часов невероятно увлекательного геймплея. И что самое главное, Total War Arena — это бесплатная стратегия, где комфортно можно играть даже без доната. Ну что, полководец, повторишь подвиг Цезаря на Рубиконе? Если ты готов к вызовам и победам, любишь исторический сеттинг, командную игру и море эпика, тогда Total War Arena, новая игра от Wargaming, создателей World of Tanks, будет как раз для тебя. А с 24 ноября по 4 декабря пройдут бета-выходные, на которых игра будет доступна для всех желающих. И специально для подписчиков моего канала разработчики дарят промокод на 500 золота и 7 дней према, который будет в описании вместе с ссылкой на скачивание игры. Увидимся на поле боя, полководец!